Виновники сегодняшнего у меня видео. Вот такие птицы. Породы фавероль. Это петушки. Это у меня уже новые петушки. Петушки эти ко мне сегодня приехали с Урала. Поселила я их в птичнике. Ну, по пути расскажу, что это за порода. У курочек здесь потише, поэтому о таких курочках породы фавероль расскажу лучше у курочек. Те два новых петушка у меня будут в карантине месяц сидеть. А это курочки породы фавероль. Вот они, красотки. Фавероль у меня лососевая. Что хочу сказать. Порода мне это очень нравится. Это французская порода курочек. Курочка бульонная. Мясо яичного направления, но ближе к мясному направлению. Очень яркая, красивая порода курочек. Очень доверчивая, покладистая. Привязываются к своим хозяевам. Не имеют склонности к агрессии. Вообще, птица просто прелесть. Мне она очень нравится. Уже говорила об этом. Очень, очень продуктивная порода. По достижении 6 месяцев корм могут начать нестись и способны в год выдавать от 160 до 180 яиц. Скорлупа каждой фавероли имеет разный оттенок. Яйцо весит от 55 до 60 грамм. Красавица курица. К 3 годам фавероль снижает свою продуктивность до 100 яиц в год. Да, господи, не дают поговорить. Куры не требуют особых условий содержания, но есть одно но. Желательно эту породу содержать отдельно от других представителей курятника. Так как фавероли не способны за себя постоять. И потому что нужно сохранить чистоту потомства. Также у фавероли очень тонкий костяк, то есть у них тонкие косточки, которые не могут выдержать какого-либо другого петуха, более тяжелого, чем их породного родного фаверольчика. Эти курочки у нас пятипалые, в чем их особенность? Лапки у них тоже опушены, так же, как у михеленской кукушки, которая у меня есть. Кушают они где-то 120-150 грамм в сутки корма. Никаких особенностей в кормлении тоже нет. Прекрасная курочка. В общем, у этой курочки одни достоинства. Высокая яйценоскость. Отличные вкусовые качества мяса. А яйца так вообще. Очень вкусное яйцо. Отличные качества. Быстрый рост у этой птички. Спокойный характер. Внешность просто прекрасная, очень красивая, привлекательная такая. У нее очень редкие заболевания, она очень крепкая генетически птичка. И эта птица очень устойчива к морозам. Относят к недостаткам то, что у этой птицы, конечно, склонность к набору веса лишнего. Также относят к сложностям то, что этой птице нужно очень часто убираться. Потому что я уже сказала о том, что у нее лапки опушены. Вот они какие красотки. Всегда эта курочка должна быть только в чистоте. Ко всему у нее есть вот такая красивая бородушка. Да, покажите свою бородушку. И у курочек, и у петушков вот такая бородушка. И кормят их только сухим кормом. Но потому что иначе они будут иметь неопрятный вид. Ну вот, конечно, они тут у меня кабачок грызут сейчас. Замотали его, заболтали. Поэтому вот такой корм. Сухой плюс овощи, плюс то, что травы и все прочее. Но только чтобы это была не жидкая еда, которая может
у курочки создать неряшливый вид. Вот такие они красотки. Кстати, вот они у меня сегодня снесли два яйца. Вы видите, они разные по оттенку. Каждая курочка несет уникального тона яйцо. То есть невозможно, чтобы каждая курочка снесла яйцо, которое было бы точь-точь в тон другой курочки. Вот их у меня тут три сидят. Курочки-фаверольки. Да. Что вот хотела об этой курочке сказать. Мне она очень нравится. Яйцо у нее вкуснейшее. Вкуснейшее. И эта курочка способна нести два яйца в три дня. Поэтому крупная очень курочка. Мне она очень нравится. Я не знаю, я уже видео снимала об этой курочке-фаверольке. Оно у меня есть в плейлистах. Курочки-фаверольки можете посмотреть еще там, если есть интерес. Ну, а на сегодня вот такая у меня новость. У меня, наконец-то, новые петушки уральские, почти что уральские пельмени. Уральские петушки приехали ко мне. Сами в себе мои куры разводились, наверное, лет 5. Они у меня лет 5, и я не могла никак поменять кровь. Наконец-то, слава тебе, Господи, я ее поменяла. И уральские петьки, 2 штуки, сегодня приехали ко мне в хозяйство. Все, всем всего доброго, до новых встреч, всем пока-пока. Разводите достойную птицу в вашем курятнике, и будет вам счастье. И будут вам вот такие красавчики яйца. Всем пока-пока. Всем пока-пока.